Я никогда не отдам Клару, гоблина, без моего разрешения, ублюдки. Вы только и думаете, как ее защитить ее? Это все ваша проблема. Я не отдам Клару никогда. Она тоже гоблин, оборотень. Она может вас тоже кусать вашу морду за шею. Это точно. Я их ненавижу, этих домных вампиров, гоблинов. Ради Клары я готов защититься. И ради моего сына никогда не отдам. Ее и мою семью. Никогда я их не продам.